Национально-культурный центр «Алания» пригласил всех, кому интересна и дорога осетинская культура, на ежегодный праздник в честь Дня осетинского языка и литературы. Он отмечается в Самаре уже около 20 лет. Для нас, проживающие в городе Самара и в области, огромнейшая ответственность, чтобы наше поколение, наши дети, внуки, правнуки, дети все не забывали, откуда они, свои корни, язык, культуру, обычаи. Сохранение национального богатства, передача опыта народных традиций, включая языковые, подрастающему поколению, является приоритетными задачами праздника Дня осетинского языка и литературы. И, конечно, ни один осетинский праздник не обходится без национальных танцев. Ребенок восхищен. На самом деле, каждый раз мы едем, у него улыбка на лице. «Мама, когда же осетинские танцы? Когда же лезгинка?» И вот, в общем, с удовольствием ребенок на самом деле ходит. И очень надеюсь, что все будет продолжаться, и выйдем на большую сцену. Ежегодно этот день объединяет осетин разных поколений, и старейшин, и совсем юных, только осваивающих азы родного языка. Для них этот праздник еще один повод насладиться звучанием и произношением родной речи, продемонстрировать детям и взрослым красоту, богатство и уникальность родного языка. И именно в это время формируется гармония между людьми всех социальных групп, профессий, возрастов, национальностей. Дети и подростки впитывают национальную культуру, ее красоту. Взрослые люди вспоминают свое детство и юность родителей, стариков, их песни, традиции, обычаи, дух нации, язык. Этот день для нас очень важный, потому что когда язык исчезнет, исчезает народ. И мы никогда этого не допустим, и всегда будем проводить эти праздники и учиться родному языку, где бы мы ни проживали, потому что знать свой родной язык – это на первом месте должно быть. Знать много языков – это очень хорошо, но в первую очередь нужно знать свой родной язык. В этом году праздник приурочен и еще к одной знаменательной дате – 170-летию Самарской губернии. История нашей области богата яркими событиями и выдающимися достижениями, в том числе главные ценности Волжского края – традиции единения разных народов, веками живущих на этой земле в мире и дружбе. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События.